перспективу видим развитие электротранспорта с учетом строительства атомной электростанции, с учетом экологии? Мы сейчас разработали в городе концепцию. В Минске от этих двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо переводить спокойно на электротранспорт. Ибо травим людей. С будущего года, с весны, надо пометить мне в график, чтобы мы проверили трамвайные пути. Надо привести в порядок трамвайные пути, чтобы они были бесшумными, и хорошие же трамваи производим. И это хороший транспорт. Трамвайные пути надо проводить в порядок, начиная от центра. И трамвай – это будущее. Правильно ты сказал, завтра мы откроем атомную станцию, электроэнергии будет предостаточно. Протестуны наши плачут, что некуда девать электроэнергию. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну станцию такую построить для того, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, это подарок для нас.